На танцах, да. Эй! Вы меня сейчас достанете, Андрей. Хорошо, сели на колени. Колени. Пальцы размяли. Пальцы размяли. Где же ты? Так, сейчас так. Сейчас. Вот эти вот. Я вам еще раз сказал. У вас 6 уроков, значит, приходите с двух. Нет, будете приходить в 5 вечера тогда. С двух. У вас 5 уроков. Предупреждаю заранее. Сейчас 3 урока. Пришли, покушали, пришли. Даже не нравится, я тоже говорю. Дальше. 4 урока. Значит, или ты, звоните. Сергей Анатольевич, на завтра 4 урока. После 4 урока я подхожу. Мы пробуем тренировку. Меня не волнует. Все равно скоро будет нормально. Конечно, нормально. Вот для меня вот так. Только мне надо взять фотоаппарат, я всех пофотографирую в разных ботах, видео сниму и по барабану. И буду сидеть дома, живот читать. Я тоже. У меня заслуженный живот. Нарды. Как это не сложно? Научите Ирсача. Ирсача такси будет туда ездить. Я буду складываться. Так, пошли, падение вперед. Пошли, падаем, пошли. Показали, вот, взрослые. Показали. Пошли, девочки, ложимся на путик. На путик. Пошли, пошли. Падаем, падаем. Падаем, падаем. 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 Хорошо. Хорошо. Страховку назад пошли, нечего. Пошли, вон он. Вот. Три. Пару. Стоп, не двигаться. Значит так, посмотри, сколько ты весишь? 72. А у тебя 40, если будет, да? Если он на тебя упадет, то у тебя будет какашка. Ты должен уйти вон туда. Вон туда. Артем, то же самое, туда. Туда! Коля, подвинься туда. Большие здесь, поменьше там. Пошли страховку назад 5 раз. Uno, dois, três, quatro, cinco. Хорошо. Что ты падаешь? Падаешь. Перекаты, стринга, дряб. Эй, давай быстрее дело, оставь потом. Потом. Вперед. Вперед. Пошли, uno. Просто. Трой. Девочки, одна делает, вторая нет. Вперед. Чик. Шансы. Шансы. Юриса. Качаться. Эй. А ты? Так. Денис. Да. Отжался 5 раз. Вот это. Уно, двое, три. Пару. А теперь 5 раз молотком. Уно. Двое. Три. Стоп. Стоп. Стоп, я говорю. Я не сказал. Я сказал. Стоп. А теперь 3 раза. Или за головой, или за спиной. Сколько? 3 раза. Пока. Все, дохлый, качаться. Качаться, качаться. Качаться! Что у тебя, женские дни, что ли? Да. Качаться. Ушли, качаться. Я еще приду, в конце я приду. Так, все остальные встали. Быстренько здесь построили. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Боец, туда, печи, сюда. Быстрее, боец, сюда. Быстрее, быстрее. Стоит. Так, кто-то потерял что-то. Чей носок? Вот, ну, чей носок? Чей носок? Чья туфля? Нет, чья туфля? Не смотрели фильм? Нет. Нет. Вот вы смотрите не те фильмы, которые нужно. Я вчера смотрела фильм. Разрешите поставить? Да, поставить. Еще раз.
Смотреть надо фильмы нормальные. Там нормальные фильмы тяжело найти, потому что так, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Просто великолепно. Значит так, посмотрите внимательно сюда. Сейчас... Нет. Значит так. Сейчас наша задача, мы еще раз повторим, страховку быстро, правильно сделаем движение. Я вам расскажу правила, и мы играем, как она называется? Баскет. Итак, пожалуйста, круг сделали. Быстренько. Круг. Да. А что с ними Еще. Вот сюда. Стоп. Назад.
И напой. Еще. Стоп. Внимание сюда. Я вам показываю. Стоп. Показываю. Вы должны. Раз, два, три, четыре, пять. Я показываю сюда. Вы сюда передвигаетесь. Уно, дой, три, подключить. Приготовились. Хаджимы. Уно, дой, три, патру, чи. В эту сторону. Уно, дой, три, патру, чи. В эту сторону. Уно, дой, три. В эту сторону. В эту сторону. В эту. В эту. В эту сторону. Смотрите за рукой. Стоп. Построились. В одну колонну. Либо румена, как? Напишешь мне на листочке в одну колонну, чтобы я потом... Так. Это как-то. Дряк. Так, дряк, да? Ну. Если дряк, то нужно повернуться. Раз, два. Теперь смотрите, мы что сделали, тренер. Стоп. Покажи мне вот так. Смотрите, да? Посмотрите. Я на носочках ухожу назад. А теперь на себя. Теперь смотрите, на носочках иду вперед. Раз. Не на пяточках, а на носочках. Хорошо, пожалуйста. И теперь делаем. Назад. Спинотой. Оп, пятки. Стоп. Ноги вместе, ножки шире. Не на носочках. Пожалуйста, Ксюша. Вперед. Назад. Не спеши, пусть они это делают. Хорошо. Смотри. Теперь смотрите внимательно. Слава, конец просто да. Значит, если кто не придет, ты видишь. Значит так, сейчас двигаемся. Двигаемся по всему залу. Нужно пробежать между двумя. Федя, боец, Федя. То есть пробежать. Но! Ну репники. Меньше, ну репники. Просто раз. Хорошо, пошли, бегаем. Так, вот Ксения здесь, стоп! Так, кто друг друга заденет, я буду бить. Значит, мальчик сильнее, девочка не сильнее. Значит, сюда, пожалуйста, картон. Значит, вот так. Смотрите, бегайте там, здесь не бегайте. Хорошо, так, Артем, не надо мне говорить, я все вижу. Так, слушай, косой там не пускай. Так, за ремнями заходи. Стоп. О. Еще раз, будьте внимательны. Ну, редко. Потихонечку. Так, внимание, вот. Слушай, не заходите за меня. Вот здесь только здесь двигаемся. Вот. Не прыгай спокойненько. Стоп! Молодцы. Легли на живот. Стоп, лотерей. Я могу на 60. Так, стоп. Встали. Не забывайте, что у нас сейчас тяжелое время, у нас очень многие болеют. Болеть это я переболел. Когда одеваешь. Ничего страшного. Значит, еще раз, наша задача взрослых вас научить правильно себя вести в жизни, чтобы вам было легче. Зачем делать себе трудности? Значит, что? Троллейбус есть, автобус есть, там еще что-то. То есть, значит, везде, ничего страшного. Сейчас вы найдем и задушим. Значит, будьте аккуратны, внимательны. И здесь мы вас учим правильно передвигаться, правильно двигаться. Поэтому, когда вы будете садиться, ашизацевое, ну, расстояние должно быть метр, километр. Все, разбежались, сели, где хотите. Потом. Да, вот. Расстояние километру. Километр.
расстоянии один, один стул. Ёбени! У меня в три. Иди сюда ко мне. Раз ты опоздала сесть, то есть, да, это как бы ты был. Но ты не успела, да? Нет, стоп. Ну ты что там была? Ну и была, и чёрт. Вот ко мне стоит. Быстренько. Иди всё. Можно я там? Уже поздно. Уже поздно. Встали. Бегом марш. Бегом марш. Все записано. Акцентация. К километру. Устал. О! Стой! Ты правильно сидите! Стой! Три! Быстрее! Патру! Тихо! Еще раз! Пришли! Кто-то занят! Вперед вас залез! После вас! Не ругай! Раз-два убежал, все сделал, все! Ты показывай свое место! Не надо свое! Здесь своего места нет! Это. Да, вот я, например, занят спортивного лицея. Это зал не мой. Что здесь мое, могу сказать. Кимоно мое, гантели мое, часы мои. Что здесь мое? Аптечка моя, камеры мои, телефон этот, что там, приемник, этот. Вот это все, вот это не лицей, нет. Не спортивный лицей, это спортивная школа из ботаники. Я попросил, нам выдали. Ой, как хорошо. Вешалки мои, вот эти все кимоно мои. Кто купил кимоно? Молодец. Так, вот у тебя есть кимоно, это твое. Бегом, Маш! Опять аккуратно бегаем. О, Матвей, ко мне, Андрей. Стань сюда. Остальные, ожидаться. Правильно садимся. Значит, вот посмотри, Андрей, да? Я тебя должен наказать. Иди сюда. Иди сюда, ближе, ближе. Вещи у меня есть. Смотри. Вещи. Можешь ты? Короче, добрый день. Так. Влад, это ты? Нет. А кто это? Мой друг. Ну и что? А друг сюда Лиза? Потренируйся. Можно я тренируюсь с вами? Нет, друг, нет, не заходи. Нет. Встань сюда. Ты иди сюда. Ты перережь. Ты переодеваешься и идешь в тренажерный зал. Да. Друг, я не могу бьёшь. Ты знаешь, что я бьёшь? Нет. Ты знаешь, что школа закрывает? Школы нет, но тебе кто ходит закрывает. А ты мне отсюда. Если ты не говоришь, то мне придётся взять шестой класс. Все так говорят. Ты не обижайся. Ты далеко живешь, да? Нормально. Я не могу тебя убить. Его я знаю. Да? Я не знаю, если дверь, которая убить, она мне будет разобрать. Ты не хорошо. Еще раз, друзья, еще кто-то сюда просится. И не забудьте, что нас проверяют, и чужие люди. То есть, вот он, если кто-то придет, и вдруг он больной, вы будете сидеть и учиться онлайн. Вам нравится? Да. Мне нравится, да? А потому что ты спишь, да? Спишь, не учишь ничего. Нет. Так. Еще камеру, микрофон. Все, да? Еще сейчас надо. Так, Чужинка, посчитай, сколько людей всего. 10 человек, да? Да. 10 человек. Так. Девочки, значит так, кто пойдет, сейчас я скажу. Один бросок сюда, один бросок туда. Один сюда, один туда. Так, что разговоры. Да. Вы. Одновременно сюда. Вперед. Здравствуйте.
сюда. Вадим, сюда. Вот так. Так, надо это сделать. Вон мяч. Еще один. Держи. Держи, пожалуйста. Андрей. Передай ей. Иди сюда, Андрей. Быстрее. Нет, я сюда. Куда ты мяч? Что ты мне кидаешь, Кирилл Погандр? Ну, сам да, ну, по пути. Принеси мне сюда, бегом. Спасибо. Так. Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Нет. И Олеся. Олеся, сюда. Все, Анжелы, бросаем туда, бросаем сюда. Анжелы, поехали. Вас? Как играть? Три
человека здесь, три человека здесь. Первые пойдут там. Мальчики играют очень аккуратно. Артем, сюда. Георгий. Гриша, сюда. Так, Руслана. Руслана, играешь за него. Так, сюда пойдет. Да. Сюда пойдет Андрея. Николета. Посмотрим. Ну, смотрите, если вдруг не будет получаться, значит, мы вас, тренер, Ксюша, иди сюда. Вы куда? Туда? А я думала, сюда. Нет. А, да, может, да, вот вы втроем, и вы втроем. Гриша и Артем, локтями это, ну, девочек, вот, если вдруг, то, если Андрей, эй, Гриша, если не мяч, то не мяч не забираешь. У меня, ты не даешь, до разговора, ты не даешь ей просто бросать, но мяч ты у нее не вырываешь, понятно? Ксюша, не писать сюда. Стоп, разговоры. С этой стороны. С этой стороны стоит Ксюша. С той двух стороны стоять я. Если у вас мячик, вы можете отдать Ксении. И Ксения раз отдаст вам обратно. Я буду там стоять. То есть мы как бы ваши помощники. Если мяч у них, мы играем за них. Но мы стоим на одном месте. Понятно? Если девочек, я сейчас скажу. Приготовились. Ваша задача сюда мяч забросить, ваша забросить сюда. Хаджина, поехали. Так, Митя мой. Да. Ахер. Можно две отдать. Ахер. Держи. Все, вот. Да. Хорошо. И Артем. Да. Стоп. Понятно, да? 1-0. Хаджина. Пошли. Вот. Стоп. Сними курточку поставь туда. Да. Нет, это команда снимает. Стоп. Ручки покажи, одну руку или две. Акшен, поехали. Так, хорошо. И туда. Старайся девчонка играть. Стоп. Дай мне мячик. Андрей. Не падай. Нет, кто упадет на колени, я буду встать. Не падай. Представьте, вы, что у нас вальки играли. Хорошо? А там у тебя колготки, ты стрелочку пустил. Хаджин, не падай. Я здесь тоже. Так. Вот, Ксюша есть. Сергей Анатольевич здесь. Вот. И. Стоп. Артем, бери сюда, пожалуйста. Все, команды разошлись. Да, ты здесь. Счет у нас 1-0. 1-1. Артема, поехали. Готовьтесь, следующие. Стоп. 2-1. Так, вы здесь, хоть тех, кто в курсе, положили мячик, сели сюда. Остальные вышли, 4 человека. 4 человека. Вас четверо и трое. Так, теперь что? Значит, что мне надо? Мне надо так, чтобы вы не стояли вот так, близко. Чуть-чуть пошли. И потом. Хорошо? Вадим, ты поиграй пока в защите, хорошо? Не-не-не, вперед. Аджина!
Мы прям тоже не забывайте.